Всем привет! Вы смотрите видео на сайте Kadr.com, и мы находимся на фотовыставке «Фотокино» в Кёльне. И у меня в руках Olympus Pen EPL-7, который был уже представлен недели две назад, но вот у нас только сейчас появилась возможность пощупать его собственными руками. В основе новинки... В общем, мы не покажем, что там внутри, но там на самом деле 16-мегапиксельный CMOS-сенсор размера микро 4 третьих вместе с трехосевой системой стабилизации фирменной Олимпусовской. И все это заимствовано у модели из другой линейки, у MD, EM10. Вот, эта матрица дает возможность снимать в диапазоне чувствительности от 200 до 25600 единиц. И, ну, собственно говоря, если вы знаете, как снимает EM10, соответственно, таких же результатов вы сможете и ожидать от PL7. Но не забываем, что это младшая камера в линейке теперь Olympus, ну, по иерархии, поэтому, ну, это круто. Несмотря на то, что это младшая камера, она получилась довольно толстенькая. То есть, мало того, поворотный дисплей из-за его конструкции, он добавляет еще немножко в толщину. Сзади есть такая специальная штучка для большого пальца, чтобы чувствовать тактильно, понимать вслепую, где он находится и привыкать. Спереди есть небольшой наплыв под руку, чтобы тоже добавлять удобства. Из управляющих элементов есть кнопка спуска, опоясная одним диском управления. Потом есть еще диск режимов, стандартный горячий башмак с аксессуарным портом. При этом встроенной внешней вспышки нет, а в комплекте идет внешняя. За обработку данных тут отвечает процессор TruePic 7. И с таким процессором в младшенькой камере умеет стрелять в серии, угадайте сколько, нет, не 5, и не 3, и не 6 кадров в секунду, а целых 8. То есть как для самой младшей камеры в линейке это, ну, нереально много. При этом буфер они могли бы сделать там 5 или 7 кадров, но они сделали 20 кадров в RAW. Это тоже для младшенькой камеры очень много. А в ЧПЭК, если у вас будет быстрая карта памяти, он вообще может стрелять бесконечно. Если снимать все-таки с трекингом, следящей фокусировкой, то скорость падает до 3,5 кадров в секунду. А самая короткая выдержка – 1/4. Для наводки на резкость тоже используется фирменная олимпусовская система автофокуса с 81 точкой. И, ну, она реально очень шустрая. Olympus и Panasonic среди вообще беззеркальных систем, они лидеры в этом. Ну, даже без фазовых датчиков они реально наводятся очень быстро. Ну, это все зависит, конечно же, еще от объектива. Если это будет какой-нибудь суперсветосильный объектив с большой группой линз, то все будет чуть помедленнее. Дисплейчик здесь 3-дюймовый с разрешением 720 на 480 точек. Он сенсорный, соответственно, можно листать фоточки, выбирать точку фокусировки и все остальное. Но он еще и поворотный. Поворотный он довольно-таки интересно. Вот он отклоняется вот так вот вниз и вот так вот вверх. Но он еще умеет делать на 180 градусов. Но обычно у камер на 180 градусов дисплей поворачивается вверх. Если мы опускаем его вниз и делаем вот такую вот штуку, и вы можете увидеть сами себя. Кроме этого, есть стандартный 5-позиционный джойстик, который одновременно еще и диск управления, и отдельная кнопка для записи видео. Запись видео ограничена 30 кадрами за секунду при прогрессивной развертке. С учетом того, что здесь есть электронная система стабилизации, и она работает с любыми объективами, трехосевая, это, ну, как бы можно очень клево даже без штатива, без монопода снимать видео с рук. Но нет входа ни для наушников, ни для внешнего микрофона, поэтому все-таки, скажем так, профессионально использовать ее довольно сложно. Хотя никто не мешает взять тот же Zoom и пользоваться внешним рекордером. Еще здесь есть модуль Wi-Fi, можно сбрасывать фоточки, использовать свой смартфон в качестве удаленного искателя. Ну, в общем, все это вы и так знаете по другим камерам. Вы смотрели превью видео младшей беззеркалки Olympus EPL-7 на сайте Kadr.com с фотокины 2014. Оставайтесь с нами, пока!